Друзья, честно, не хотел записывать, короче, делать этот видос. Но опять же, к Вовану пойдет на канал. У Вова есть технические сложности сейчас с компьютером. Вот временно он. Непонятно на какое время пока выбыл. Вот просто 28 тысяч этих было ключей, решил покрутить, короче. Крутанул 3 раза. Выпал Stellar. И вот супер игра. Дали руку, но я не планировал записывать, еще раз повторяю, включил чисто вот по этой причине, что руку упал. Ну, не сказать, чтобы я счастлив был. У меня он есть, просто уже. Ну, теперь давайте еще покрутим, посмотрим, что дадут. Магнитарчик. Поехали дальше. Флаг. Повторю, мне нужен счастливчик и блок его. О! Давай, давай, еще. Нет, иммунка. Чуть-чуть не до счастливчика не доехал. Нет, это где-то в конец пушек, но ничего интересного. Дикайка. Ну ничего. Да, нормально, пожалуйста. Мне счастливчик нужен. Не, пролетели уже. Фейнтер. Ну, супер игра. Давай еще одного рука. Я обалдел. Нет, это что-то с тайфунами. Сирена. Мне интересно. Можешь крутануть 20 раз. Ну, как один, короче. Опять тоже пушка какая-то фиговая. Девастатор. Ну, кстати, неплохая. Не, опять туда же подальше девастатора. Угу. Тяжелый теремок. Я тоже не в конец. Магнитарка. По-моему, после магнитарки была у нас это. Туда. Во-во-во, хорошо было, но не до нее не докрутит. Снайп. Ну давай, еще руку покажи людям. Кстати, может нет. Не докрутит. Ровану. Неплохо, кстати, Раван, интересный мех. Ну, честно, не играл. Пилот есть, Раван есть. Встречаю периодически, бесится сразу знатно. Ну, выношу. Вполне, солид груз. Вполне себе выношу, поэтому не рассматриваю прокачки. Есть более приоритетные цели. Угу, хаммер. Та-дам. Блин, так весело. Во-во, давай. Не, все. Ну, смотрите, ни одной пухи на титана не дали вообще. Гаус. Соли, гаус. Ну, бычий, нормально. Нифига, копия нет. Дента. Это, по-моему, лайтовая артент, если я не ошибаюсь. О, это может быть титан. Да. Химеда. Нет, только не индру, блин. Ну. Ладно. Ну, чуть-чуть подальше нужно. Вот. Химеда вот этот нужен. Для коллекции чисто. Или я. Коруна этот ориентер. Обычный ориентер есть, коруны нету. Чисто для коллекции. Я бы взял. Ну. Криптик Редимер. Кстати, неплохие дробашки такие тоже. О, ну.
блин, нет, пролетел опять. Не вовремя останавливается, зараза. Опять что ли, едим? Да ладно. Два подряд. Ну, редимеры эти на лунксов, на линксов можно ставить. Так, нидл. В принципе, даже я куриц видел. Кюри видел на этих редимерах. Не, пролет. Ты где-то в районе бегемота, серафа. Да, серафчик. Вообще не нужен. Ну это как бы все бабки, 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 бабки. Пять гаусс. Что-то одно и то же дает, если честно. Задолбал. Давай титул, падла. Опять Кракен Махараджа. Вот вчера, кстати, тоже тащил 20 с чем-то ключей. 20 с чем-то тысяч. Также Махараджа, да. А мне нужен титул и блоки. Вообще не дает, что ну. Вообще. Хавок. Хавок. Еще будь нормальный, а рулеткой дай нормальный. Как же есть? Как он называется? Ну хотя бы, не знаю, армадилку дрона, что ли. Супер игра. Ну и что там? Не. Да ладно, опять рука, что ли? Вот я бы офигел сейчас. У меня такое есть тоже. Кактус, бля. Реально кактус. Стой. Еще полетело куда? Вот мне интересно. Хазард. По вчерашнему сценарию идем. Что там, что там, что там? Не, опять фигня. Даже проматываю. Опять хазер. Блин, дай этот титул, дай. Останавливайся потихонечку. Не. Опять хазер, что ли? Ржать буду. Нет, синистер клаун. Ну, последний косарик. Будет супер игра, к тому же еще. Че там? Не, пролетело. Пушки тоже опять копья. Арденте. Не, вообще не то. Ну, супер игра. Давай что-нибудь нормальное, пожалуйста. Как-то сдавали мне. Кстати, титан может быть. Да, вполне. Давай хвиндуй. Да ладно. Да ну на. Да ну на. Это знаете сколько тысяч? Ну не соврать, тысяч, наверное, 400, короче, ключей. Может быть, 500. Я не знаю, сколько я их таскал, крутил, но вот этого я долго ждал. Ну все, мне осталось только титул. Прикольный. Блин, здесь руку стоит, здесь вот вместо Сириуса нафиг. Поставим. И где он? Где он, где он, где он? Вот. И прикольный. А что у него, 4 бета-пушки, да? Титан переключается между двумя режимами, в ремонтном режиме передвигается быстрее, ремонтирует себя и союзников по кругу. Да ты что? Что, сильно ремонтируешь, что ли? 10%? Прикольно. Ну, как бы, прикольно. Но защиты у него вообще нет, короче, да? Я понял. 4 бета можно на него, да, зафигачить. А что на него зафигачить? Фульгура на него зафигачить. 4 фульгура, прикинь, на него воткнуть. Он же шустрый. Так, дал-дал, ушел, короче.
А в принципе, а что на него еще дал ставить-то? И больше-то и нечего, на самом деле он слабенький. Эти самые коруны. Ну, можно эти варджи. А это что? А это, наверное, 25 уже, да? Ну да, либо варджи 4 штуки прям. Ну что, 38 тысяч будет. 4 штуки, 38 тысяч. Ну да. Блин, ну пока вот мне прям идея с фульгурами прям понравилась. У меня есть, у меня 2 25-х фульгура есть. Считай, и... Да, первый качнуть не проблема. У него атакующий, защитный, 2 универсальных, да? Блин. Ну, это точно. 477 тысяч. На кого он похож, что еще? Увеличить нельзя. Не пойми, что за, на что похоже вот это тело. Ну, как бы выглядит брутальненько, так прикольненько. 4 фульгура, прикинь, его зафигачить. Так, чисто ради интереса. Смотреть, как оно будет. Ага. Я стал, если рядышком ставить. Ну да, прикольно будет, если с четырьмя так смотреться. Классно. Ладно. Ну, вот, собственно, все. Пухи и прочее. Потом буду продавать. Сейчас уж не буду этим заниматься. Спасибо, друзья. До новых встреч.